Привет, друзья, с вами Филаур, и я праздную день рождения! Поэтому я сегодня хочу провести необычное начало, необычный прикид, ну, по крайней мере, необычный для меня. И необычная игра. Когда я на нее наткнулся, то не поверил, что не слышал о ней раньше. Это игра о демоне и искателях приключений, о тайнах и загадках, о любви и дружбе. И обо всем наоборот. Встречайте визуальную новеллу по Gravity Falls. Reverse Falls! Да, это как бы Gravity Falls, но полностью наоборот. То есть, все персонажи, все характеры, все по-другому. И, соответственно, сюжет должен быть по-другому. И это визуальная новелла. Разве вам не интересно поиграть в это? Вот мне стало интересно, и я решил попробовать. Все-таки сегодня же мой день. Да. Ладно. Погрузимся в этот интересный сюжет, насколько я понимаю, по скриншотам. Потому что я не знаю сюжета. Итак, старт. Вселенная. Очень громкая вселенная. Хотя, по идее, во вселенной-то не должно быть звуков, но почему бы, собственно, нет? Мы в Gravity Falls. Или Reverse Falls. Well, well, well. Так, так, так. Неужели что-то происходит в таком пустом небытие, как голова Стэнли? Но ведь... Ну да. Столкновение вселенных. Ха-ха-ха-ха. Это навевает мне так много воспоминаний. Мой первый апокалипсис, когда я был еще маленьким треугольником. И я мог стать другим, если бы не эти надоедливые дети. Он сказал, как типичный злодей из Скуби-Ду. Звук. Подожди секундочку. Я чувствую что-то знакомое и в то же время что-то... Что-то... Другое? Я думаю, мне стоит посмотреть поближе на эту другую вселенную. Это фанатская игра, если что. Это у нас Диппер. Это у нас Диппер? Серьезно, он какой-то... Он какой-то чересчур синий. Ну ладно, допустим, это Диппер. Дорогая сестра. Вау! А Мейбл-то жжет. Жжет, прям жжет. Да, но все-таки она маленькая девочка, поэтому я не стану выражать свои эмоции какие-либо, но она... Очень горячая. Очень, прям очень. А на нее можно посмотреть как-то по-другому? То есть полностью? Да, во. Не, ну посмотрите, какая у нее фигура, ну серьезно, ну ребята, ладно, все на этом, мы закончили, продолжаем дальше. Да, братец. Отец с матерью спрашивает, почему дом дрожит. Ах, да. Я нашла новое захватывающее заклинание. Новое заклинание? Ты хочешь снова уничтожить свою комнату? Сейчас, секундочку, мы сделаем немножко звук потише, потому что это... Это не вариант. Опций тут нету, поэтому... Чуть-чуть потише. Это очень сильно громко, на самом деле. Это не чутка раздражает. Ну, ей не понравился ответ, судя по всему. Нет-нет, на этот раз я приняла меры безопасности и использую морскую свинку. И где же морская свинка? Она, где-то. Чтоб ты знал, я работаю над заклинанием телепортации. Итак, ты не только подвергла наш дом опасности, ты еще и потеряла нашего слугу, да? Но она должна вернуться с минуты на минуту и... Ха! Ха! Странно, что у нашего любимого треугольника такой странный голос. Но я имею в виду, что только одна фраза. Всего одну фразу выдернули из... сериала. И это Билл Сайфер. Если что, я очень большой фанат Gravity Falls, поэтому... Я вообще тащусь от этого всего, так что посмотрим, как это все будет. О нет, это Билл, да? Вы сейчас об этом подумали? Хе-хе, вы двое, мы виделись раньше.
Тишина! Чё? Смотри, он сменил цвет. У меня нет времени на твои глупости, Мейбл. И на тебя, Сайфер. Но это не... Мне плевать. Никакой магии или странных вещей в доме. Просто всех заткнул, серьезно. Хорошо. Я буду говорить таким голосом Диппера, потому что это не совсем Диппер, а это не совсем Мейбл. Но это тот самый Билл. Ха. Заткнись, Сайфер. Чё? Я тоже не понимаю, чувак, что происходит. Не смотри на меня так одним глазом. Чего? Ясно, это не тот мир. Значит, я буду... веселиться. Ну, до определенного момента, так как это бета-версия игры. Но будем надеяться на лучшее. Значит, здесь есть еще один Сайфер. И он не желтого цвета. Я всегда знал, что желтый цвет делает меня особенным. Что ж, давайте посмотрим на другую версию городка. Итак, перед нами лозунг, призывающий есть кого-то или что-то. Это может настораживать, а может и нет. В любом случае, это у нас едательное. Да, место, где люди едят. Так что да. О, я думаю, я узнаю его. Насколько я помню, у него было более прыщавое лицо. А где музыка? О, смотри, рыжая. У нее не только лицо изменилось. Это Робби? Ой, да, не о чем о нем сказать, потому что я еще его не знаю, но Робби явно изменился. Венди. Привет, Венди. Как у тебя? Я спешу, Робби. Одолжи машину. Тот, кто делал эту игру, явно любит женщин. Ну да. Но я не могу, я должен отвезти продукты и... Венди, что ты... Куда ты тянешь свою руку? Ха, я твоя девушка, да? Но... Ты чувствуешь это? Если ты дашь мне ключи, ты получишь нечто большее этой ночью. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ребят, я это не, ну, я не думал, что это такая новелла. Если это такая новелла, я тоже в первый раз смотрю, я тоже под впечатлением, так что, ну, будем смотреть. Но ведь... Подожди, ты не понимаешь, что я обратилась к тебе, потому что мне срочно нужна машина? Я понимаю, но... Так что? Ладно. Класс. Увидимся ночью. Робби, тебя надули. Эй, подожди, если ты просто хочешь прокатиться, она уже уехала. В любом случае, я опоздаю на работу, это вычтут из моей зарплаты. Давай, Робби, ты сделаешь это. Раз-два. И он ушел. Вау, он жалок независимо от вселенной. Но... Но забавно, насколько ты тупой, Робби. Это была его фраза. Так. Чья очередь сейчас? Он часто повторяет так. Это как-то не канонично, что ли. И у нас грибы. Почему бы нет? Странности могут происходить из-за грибов тоже, но не стоит это проверять. Это последние люди, которых я ожидал увидеть в лесу. Мисс Зазнавайквест и... Гидеон? Всем привет! И опять громкая музыка. Хотя я убавил звук. Скажи привет, Гидеон. Привет. Стой, нет, милее.
Гидеон, ты никогда не будешь сверкать на экранах, если не будешь в себе уверен. Я думал, что ты хочешь снимать странных существ, а не меня. Еще потише музыку. Очень громкая музыка, ребята, серьезно. Я постараюсь это выровнять на видео, но очень громко. Да, но люди, которые будут это смотреть, захотят узнать, как эти бесстрашные авантюристы, которые обнаружили их... Вау. А потом представь, революция, которая переведет к миру и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ничего в этой местности, никого нет. Я просто хотел сбежать от моего доброго, бесполезного отца и наткнуться на этого хиппи. Да еще и эта страсть. Журнал здесь, журнал там. Гидеон? А, эти монстры. Я уверен, что она о них забудет, как только увидит кролика. И тогда я мог бы незаметно... Гидеон! А, да! Быстро я что-то вижу. Что? Мы должны проследить за ним. Возьми камеру. О, это... штука тяжелая. Быстрее! А, иду, иду я. Серьезно, перестань повторять так-так-так, но я скажу. Так-так-так! Я вижу, что все только начинается. Это мой Билл Сайферс, мой день рождения, и я делаю все, что захочу. Вот смотрите. Ясно? Так что все претензии к этому дню. Много сходств и различий. Теперь разве это не может быть интересным? Вот и я о том же. Однако я нигде не вижу другого Билла. А, я не волнуюсь. Посмотрим, смогу ли я найти своего старого или даже нового друга. Билл. Привет. Есть здесь кто-нибудь? Это Will. Will означает... желание? Если Билл это деньга, то Will это... I will. Я не знаю, это английское слово. Нет, я не англичанин. Но он голубой. Я потерялся. Эй, это и перед вами была игра Gravity Falls, бета-версия, и мы это увидели, и надеюсь, это не все. Браво, вы прошли Reverse Falls демо. Привет, я Хелвис, глава разработки Reverse Falls, и я говорю от имени Depression. Это было стрёмно. Это было стрёмно. Это было неприятно и... Это всё? Серьёзно? Я понимаю бета-версия. Это даже на бету-версию не тянет. Это альфа-версия какая-то или типа того. Но это очень мало. Это прям невозможно мало. Поэтому этого не хватит для моего дня рождения. Сейчас найду ещё какую-нибудь игру и представлю её вам. Но серьёзно, для начала просто поговорим об этом. Очень неплохо, но очень мало, серьезно, ну это даже, ну, бета-версия, я думал пройти хотя бы какую-то часть этой игры, а это даже фу. Ладно, посмотрим, что с этим можно сделать и как это можно исправить. В общем говоря, вот, я был очень разочарован тем, что эта бета-версия была... Даже не альфа, не дотягивала она совсем. Нам просто представили главных персонажей, и все, с таким же успехом я мог посмотреть картинки. И самой игры-то не было, не было ничего интересного. И это плохо, да. Но мы будем ждать, арты, по крайней мере, красивые, и будем ждать, когда она все-таки выйдет. А пока что, чтобы почему бы и нет, я вам обещал Gravity Falls, и у нас будет Gravity Falls. Я лазил по сайтам, и это флеш-игра Gravity Falls, Vortex of
Doom the Train Mystery. Вообще наоборот, но у нас сегодня много чего наоборот. Поэтому почему бы не? Просто игра с головоломками. Вполне в духе Gravity Falls, скажу я вам. Почему бы и нет? Эй, Мейбл, зацени журнал третий. Там, короче, какая-то херня. И, блин, слова Crash Helix. Очень быстро они... подожди, мы не... может быть, мы не должны, и что-то происходит, и их, походу, их затянуло в книгу, или как-то так. И вот мы видим игру. А вот, в принципе, как выглядит игра. Очень довольно-таки пиксельная игра. Но что поделать. Такие уж тут разрешения. И давайте это скипнем. Мы все равно не понимаем, о чем тут говорится, поэтому вот так вот. Начинаем с первого уровня. С первого уровня. Это обычная игра, головоломка в плане прыжков, в плане бега. И нам надо собирать эти вот звездочки. Непонятно почему, конечно, но звездочки, да. Именно их нам и надо собирать. И тут всего 20 уровней, поэтому, ребята, крепитесь. В принципе... вот для подобных игр игра достаточно интересная, она сложная. То есть поначалу-то все легко, все проходится, а потом становится довольно-таки сложно. Вот видите, уже как-то так, мышку я уберу. Если вы ее видите, а если не видите, то замечательно. Игра достаточно сложная становится потом. И прикол в ней в том, что тебе надо собрать эту звездочку полностью, то бишь целиком. И пока ты этого не сделаешь, мое ЧСВ будет низким, и я не смогу сказать, что я сильно прошел данный уровень. Говорим next. Идем далее. Я не знаю, что они говорят, но, по-моему, они говорят, что... Ай-яй-яй-яй, уже проиграл. По-моему, они говорят, что что-то странное творится. А еще, я хочу сказать, что в этой игре просто отвратительнейшая музыка, поэтому... я ее заменю. Обязательно. Ну, Мейбл, ну куда ж ты своими ногами-то лезешь, ну? Так. Так, отлично, все. Замечательно. Все-таки сложно говорить и делать что-то дело какое-либо одновременно. Я понимаю, вы ожидали не этого. Как я вас понимаю, я тоже. Мне просто... я такой... прочитал описание, посмотрел скриншоты, я такой думаю, ну нифига себе. И чтобы не портить себе первое впечатление, которое я, между прочим, хотел разделить с вами. Что произошло? Которое я, между прочим, хотел разделить с вами. Я не стал ее смотреть. И зря. Вот зря. Надо было просто... надо было хотя бы посмотреть просто как бы это. Но нет. Нет. Я же молодец. Я же начал думать, что да твою мать, Мейбл, ну куда ж ты тут? Тяж-тяж-тяж-тяж-тяж-а. Давай, идем далее. Давай. Просто... не знаю, как вы, я бы очень хотел увидеть подобную игру. Я действительно буду ждать ее выхода. Это будет... что-то невероятное. Да еще, то есть они должны сделать свой сюжет, свое, так сказать, персонажи, считай, с нуля. Они же не могут просто изменить характер персонажей, и из этого появится вот что-то. Нет, они должны продумать взаимоотношения персонажей. Вообще много чего. Ой, как это сейчас опасно. Вообще много чего продумать. Так, ха-ха-ха-ха. Видите, уже начались трудности. Это не так уж и просто. Так, мы его вот так вот скинем. Сейчас смотрите. Опа! Ничего сложного. Ничего особо такого сложного в этом нет. Но в принципе хорошо. Это пока. Пока, я вас уверяю. Потом будет сложнее. Да, я чуть посмотрел эту игру. Я ее не проходил, но я... чуть посмотрел. Капец, как ты это так делаешь? Так, хорошо, это уже нехорошо. Это уже нехорошо. А у тебя нормально? Оба. Оба, отлично. Теперь их мы-то вот... их надо приравнять, так как они хоть находятся в разных местах, но движения они здесь должны делать одинаковые, поэтому их надо вот прям, чтобы аккуратненько так.
И как мы видим, игра становится все сложнее, шипы появились, и они находятся в немножко, пока что немножко разных местах. Мышка. Я про мышку все время забываю. Так, нам надо вот... Ага. Ага. Отлично. Замечательно. Все. Пошли в розовый портал. Смотрите. Мы синхронизированы. Мы сейчас не сможем войти в портал, если... Мы войдем в портал, я просто для покажу для примера. Поэтому мы должны сделать хитро. Мы должны его вот так вот сделать. Так как... Не, давай. Давай по-новому. Так как Диппер, он должен... Блин. Так как Диппер должен пойти дальше, оба, то надо сделать именно так. Именно так. Именно так. Теперь прыжок. Ага. И мы красавцы. Мы красавцы. Хе-хе-хе. Вообще, вот эта вот игра, она прикольная. Я люблю головоломки. Я люблю загадки. А это удовлетворяет пока что всем моим требованиям. А больше того... Ой. Я-то думал, я разгадал великую тайну. Великую тайну прохождения этого уровня. А нет. Угу. 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 Да. Да. Мы затащили целый 8-й уровень. Целый 8-й левел. Ей. Эй, Диппер, я думаю, что гравитация тут какая-то странная. Ага, уже пошли. Значит... Проблемы с гравитацией. Но в подобной игре это было ожидаемо. Я только не понимаю, почему они иногда бьются головами о платформы, а иногда нет. Это довольно-таки странно. Да! Мейбл сегодня меня подставляет. Она... Да вы... Эй! Спасибо. Мейбл меня сегодня подставляет. Мейбл сегодня не хочет со мной играть. Диппер пока еще неплохо справляется. Вот. Мейбл. Не надо так. Сейчас. И все. И они уже двигаются несинхронно. Это уже плохо. Так. Раз. Два. Она просто не хочет прыгать. Если Диппер прыгает нормально, то она здесь просто... Не... Раз. Два. Отойдем. Три. Четыре. Ну, собственно, насрать. Диппер. Диппер меня сейчас подвел. Но Диппер, он... Не нужен. Так, а как тебе... А как теперь? Оба. Оба. Оба, красавцы, 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 вылезайте отсюда, идите сюда. Сюда идите, вылезайте отсюда. Сейчас сделаем все по-простому. Все по-простому, по-простому сделаем. Ну, вот как это называется? Вот как это называется? Произвол это. Если вы думаете, что это так сильно легко, просто зайдите, пройдите это. Если я сайт оставлю в описании, если не забуду. Так, тут надо чуть-чуть аккуратненько. Берем, переворачиваемся, идем. Не, ну этот уровень в разы проще, чем предыдущий. В разы просто. Так, Мейбл, Мейбл, перестань, Мейбл, прекрати, ты себя отвратительным образом ведешь, Мейбл. Так, ладно, я исправил твой косяк. Ага, ага, так, их надо выровнять, то есть, вот как-то так. Ахахаха. Хорошо.
Я собираюсь пройти все уровни. Так, вот уже началось веселье. Ой, надо... Я не посмотрел на Мейбл, напоролась. Ага. Ага. Угу. Угу. Есть! Мы с вами молодцы, завершаем на звездочку и на звезд. 13 уровень, страшно. Да не особо страшно. Ай, там колья. Серьезно, Дипер, как, скажи мне, как ты умудряешься умирать, наткнувшись на забор? Дипер, прекращай. Как? Теперь подожди. А, просто. Просто это. Просто это сильно просто. Угу, отлично. Оп. Мы завершаем. Просто нам нет равных в этой игре уже. То есть, вот как бы чуть-чуть, еще буквально мгновение назад казалось, что мы безнадежны. Но нет. Но нет. Эту игру мы можем уже проходить закрытыми глазами. Но если мы это сделаем... Дипер напорится на шипы, поэтому мы делать этого не будем. Но о самой возможности я говорю на полном серьезе. И вот со второй попытки мы смогли это сделать. Мы уже с вами на уровне, который имеет номер. Какой-то номер, какой я не помню. Так. Здесь что-то сложное. Я уже предвещаю это. Уже что-то... Нет! Я даже не заметил, как мы дошли до конца уровня. Так, вначале Мейбл пойдем. Мейбл чуть-чуть. Мейбл чуть-чуть. Чуть-чуть Мейбл. Мейбл! Ага. Ага. Ой, как неудобно за ними-то со всеми следить. Не уследить за двумя-то, а? Близнецами. Это такой... Это не игра, это не Gravity Falls. Нет, это симулятор родителей. Это симулятор родителей, которые пытаются уследить своими чадами, но это, блин, невозможно, потому что их двое, и они почти одинаковые. Они совершают одинаковые действия. Но только каждый из них, совершая... одинаковые действия, попадают в разную жопу. Понимаете? И поэтому... Это было опасно. И поэтому... Нужно оценивать риск каждого. И делать именно так, как следует. А не как получится. Потому что это жестокая правда. Это симулятор родителя. Да твою мать, я нажал прыжок, почему ты не прыгаешь? Просто надо сосредоточенным быть. Я понимаю, много кто сейчас скажет, что эта игра просто для... Шкалала и вообще... И почему ты ее не можешь пройти? Хотя ты же сам шкалоло, хотя я не шкалоло. Я уже, между прочим, в университете учусь. Но пройти этот уровень не могу. Не могу. Потому что я открою вам секрет. Это на самом деле очень дурацкий уровень. Это очень дурацкий уровень, который играется неправильно. Никита, что ты делаешь в своей жизни? То, куда ты... Так, сейчас. Здесь прыгаем. Просто иногда персонажи по каким-то неведомым мне причинам не прыгают или не хотят
делать то, что я им сказал. Но... Все меняется. Все меняется, когда надо жать просто усерднее, просто пальцами, просто выдавливать эти кнопки, и тогда, возможно, что-то и получится. Угу. Ага. Ага. Теперь нам надо идти назад. Прыжок. 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 И аккуратно. Ага. Ого. Мастера аккуратно. Просто надо... Не надо играть в эту игру. Надо быть этой. Ладно. Да будем думать дальше. Этот уровень довольно-таки сложен. Он сложен как-то неправильно. Поэтому мы его выправим. Угу. Пока что действуем по старой схеме. Взяли. Так. Вот, теперь это надо быть просто предельно аккуратным. Нам надо сохранять такое соотношение персонажей. Опа! Так. 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 Так, так, так. Так, так! 17-й левел, это уже, это почти конец. Сейчас будет главный босс, главный босс левела. Я... босс уровней, как это правильно сказать? Мейбл хотела пузом начеркануть, но я и этого не дал. Ага, одна звездочка у нас уже в руках. Вторая почти была. Так. Вплотную. И как? И в смысле? Сука, это сложно. Да, яй. Спасибо. Чуть-чуть. Угу. Угу. Это был просто очень жесткий момент. Очень жесткий момент. Вы видели, это было просто очень страшно. Я буквально наугад прыгнул. А как теперь? Вот если сейчас зафейлю, все, это будет очень плохо. Очень плохо! Но пока все хорошо. Так, дипера мы убрали. По добру, по здорову. Пока! Есть! Есть! Я не знаю, я тащусь от этой игры. Я серьезно, это просто очень хорошая игра. На голову. А тут что-то все предельно просто, по-моему. Или нет. Сейчас главное сохранять соотношение, да? А, нет. Так. Так, а мы...
Диппера. Надо чуть-чуть вперед, наверное. Вот так. На одно деление вперед. Опа! На одно деление. Опа! 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 Хорошо. Отлично. Мы вот, да. Велик мастера. Не заметил. Мой косяк. Не заметил. Не заметил. Не заметил. Не заметил. Не заметил. Так. По старой схеме. Оп. 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 Так. Так. Хорошо. Отлично. Так. Ай-яй-яй-яй. Управление немножко деревянное, честно вам скажу. Чуть-чуть деревянное. Не скажу, что прям сильно. Но иногда кто-то не хочет двигаться, как я хочу. Да? То есть ты можешь просто здесь пройти? Ну-ка. Перед вами, дамы и господа, только что была магия. Пробуем. Нет, она сразу спускается. Блин, ну нифига себе, так можно. Но он по старинке. Так. Тай. Надо сделать так, чтобы ровно на одну клетку отличие было. Так. Ага. 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 Все хорошо. Пока живем. Только вот как тут? Я не знаю. Я понятия не имею. Нам надо бы второй раз-то не лохануться. Если мы... Ага. Хорошо. Замечательно! Замечательно! И... Последний уровень. Последний уровень. Эй, Мэйбл, я думал, что это конец. Последнее это Вортекс яйцо. Я не знаю, почему здесь яйцо, но, наверное, оно что-то тут значит. Наверное, это даже что-то важное. Ага. Ага. Ой. Ой. Ага. А вот это плохо. Вот это очень плохо. С одного раза. Все. И... Все. Дружба — это магия. Магические слова произнесены. Все замечательно. Мы поз... Они нас поздравили, и мы... Посмотрим на эту карту и скажем... Скажем, что это все. В общем, я здесь закончил. Ставьте лайки, если вам понравилось. Если не понравилось, не ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Так, я хотел бы узнать, что вам не понравилось. Пишите комментарии, и... В будущем, надеюсь, такой херни больше не будет. Особенно мои дни рождения. Ну, я постарался. Что уж поделать. Пока-пока.